Привет, дорогие мои! С вами Дыга Лариса, и мое сегодняшнее видео посвящено покупочкам. Совершенно нет времени снимать обзоры, но покупки решила не пропускать, потому что это очередная порция удовольствия, и мне хочется поделиться этим удовольствием с вами. Приобрела новый лак для ногтей. Я люблю все блестящее, люблю все сияющее, и сейчас как раз он у меня на ноготочках. Достаточно крупные блестки в прозрачной основе. Люблю блестяшки, мне не нравятся. Не могу сказать, что их здесь много, как, к примеру, это было в серебристом лаке. Тем не менее, в каждом варианте есть своя прелесть. Как основу использовала тоже сравнительно недавнюю покупочку, оттенок 335-15, и вот чем больше им пользуюсь, тем больше мне он нравится. Настолько плотный, насыщенный, выразительный цвет, вот как раз для осени мне он нравится, хочется каких-то таких глубоких оттенков. Было бы здорово, если бы с этой формулой насыщенного цвета выпустили еще какие-нибудь оттенки, взяла бы, обязательно не устояла бы. Побаловала себя еще декоративной косметикой, это новинка, подводка в зеленом цвете. Выбирала, какой же себе взять, и на фиолетовый смотрела тоже. Но остановилась все-таки на зеленом. Решила, что вот такого цвета для стрелочек у меня как раз нет. И эту ситуацию надо срочно исправить. Очень стойкий. Вот смотрите, нанесла буквально только что. Сразу же растираю. Вот как был, так и есть. При этом средством для снятия макияжа снимается отлично. И смотрится на веках ярко. А вот насыщенный, глубокий, зеленый цвет. Очень красиво. И если вашу радужку вот такой зеленый цвет подчеркивает, то обратите на него внимание, мне понравился. Пожалуй, самая крутая покупка в этом каталоге, это, конечно же, капсулы. Капсулы Nove Age. Я обожаю этот продукт. Я обожаю вообще всю серию Nove Age, потому что она восстанавливает и омолаживает лицо, и когда уже видишь возрастные изменения в коже, кажется, ну вот, все, навсегда, а тут раз, немножечко назад все это можно отодвинуть, это, конечно, потрясающе, я настолько довольна ученым, которые работают над тем, чтобы мы с вами были дольше, красивее, я в восторге вообще от этого, конечно, и серия Nove Age рулит, балдею, просто моя любовь. И вот такие капсулы, их можно использовать для всех возрастов. Ну, раньше 20 я точно не рекомендую. Я вообще сомневаюсь, что такое интенсивное восстановление надо ранее, чем 25 лет. Мне кажется, до этого времени даже потребности такой не будет. А вот с 25 можно использовать. И причем их можно использовать как курсом каждый день, если вам нужно интенсивно восстановить, так и 2 раза в неделю вот для постоянного поддержания молодости в вашей коже. Классная вещь, очень их люблю, моя подружка Тонечка от них тоже в восторге, причем вот я смотрю, чем более возрастная кожа, тем более явный эффект вы увидите от их воздействия, ну это понятно, что ж решать проблемы, которых нет, когда они есть, всегда виднее результат, что ты их порешал. И я не устояла, как вы видите, взяла аж 3 банки, потому что 50% скидки, но это очень крутое предложение. За полцены всегда я могу взять один продукт по бизнес-классу. Раньше была Oriflame Plus, получалось 2, сейчас я не вижу такой акции, как Oriflame Plus. Поэтому только один продукт за полцены. То есть это 3 каталога, мне надо было бы скидку бизнес-класса потратить, чтобы взять 3 банки капсул. Я взяла их сейчас просто за покупку в каталоге. В общем, могу говорить бесконечно от своего восторга, потому что самая крутая покупка – это вот именно этот продукт для меня, потому что, ну, лаки у меня есть, и, скажем так, это удовольствие, хочется ярких красок, чего-то новенького такого, знаете, побаловать себя. То вот это продукт конкретно необходимость, потому что кожа, если я сегодня за ней не поухаживаю, вопрос, как она будет выглядеть завтра. В 25, в 30 даже лет еще можно баловаться, извините, после 40 уже не побалуешься, поэтому взяла. Давайте я выложу все, что я приобрела в кадр, чтобы вам было видно. Не знаю, только влезет все или нет. А вот такую туалетную водичку я получила в подарок. Это The One Disguise. Я ее не распечатываю.
У меня есть туалетная водичка, похожа на нее, и я решила ее пока оставить в таком виде. Вот этот аромат, мне кажется, очень с ней перекликается. Понятно, они разные, но вот похожие очень. И я пока этим решила попользоваться. Кстати, вот зимой почему-то захотелось именно вот таких ароматов. И вот этот аромат не исключение. Здорово, что его компания на холодное время года запускает. У него и сладковатая какая-то нотка есть. И в то же время изысканность, какая-то дерзость. Классный аромат. Неудивительно, что он в красной упаковке. И не знаю, может быть на подарок пойдет, может быть позже сама открою. Но вот пока решила не распечатывать. Совершенно потрясающая покупка, это вот такой вот наборчик. Кстати, вы мне спрашивали, почему у меня уменьшилось количество косметики в заказе. У меня не уменьшилось, скорее я смотрю по баллам и по сумме увеличилось, но часть заказа я отправляю дочке, и вы не видите то, что я ей заказываю. Кстати, вот ей я тоже заказала этот наборчик. Я в восторге. Лосьончик приятный, увлажняющий, легкие сияющие частички в нем есть. Я им уже два раза пользовалась. Вообще всегда наношу крем после душа, после ванны, потому что кожу надо увлажнять. И наша кожа цельный орган. И если я ухаживаю за лицом, но не ухаживаю за телом, как удивительно, не будет такого эффективного результата. Поэтому ухаживаю за телом тоже. Приятный персиковый аромат. Это просто что-то потрясающее. Я вот не вижу на камеру сияние, но сияние присутствует, и оно очень мягкое, легкие, отдельные золотистые частицы, но их немного, они не вульгарные, они не крупные, не очень мелкие, как золотистые, редко находящиеся на коже такие частички. Красиво, смотрится классно. Я думаю, в новогоднюю ночь тоже будет хорошо смотреться. Но аромат – это что-то вообще потрясающее. Самый настоящий сладкий персик. Обалдеть просто. И пена для ванны, я удивилась. Я добавила эту пену первый раз в ванну для улучшения состава воды. Она убирает жесткость, смягчает ее. И при принятии ванны это, ну, всегда приятнее и комфортнее, да, не пересушивать кожу. И первый раз без пены, вот просто добавила для смягчения. Пахла вода персиком, вот я уже вылазила из ванной, а вода продолжала пахнуть персиком. Обалдеть, как будто я туда персикового сока налила. Второй раз принимала, уже пенила, тоже вода пахнет персиком. Обалдеть, понравилось, конечно, очень. Вот если бы компания оставила эту серию на постоянно в каталоге, я бы была, конечно, очень довольна, и эту бы пену повторяла, и повторяла, и повторяла, и повторяла. Также взяла еще два продукта для роста волос. Вообще, эта серия великолепна. Шампунь у меня брала дочка, я просто пробовала, о нем ничего не могу сказать лично, но слышала очень хорошие отзывы от своей подружки. А я полюбила вот эти продукты. Это спрей-кондиционер, он укрепляет волосы, продлевает срок жизни каждой волосинки на вашей голове, за счет этого они будут объемней, плюс он слегка делает более жесткими волосы у корней, а наносятся они именно на кожу головы, и за счет этого получается прикорневой объем. Волосы становятся гуще. А вот это средство для роста волос. Пробуждает луковицы ваших волос, которые заснули, и они начинают лезть. Новые волосы становятся гуще и растут гораздо быстрее. И вся эта коллекция создана с использованием стволовых клеток растений. Вот этот продукт я взяла по брошюрке Outlet, а вот это продукт вместо платы за доставку. Кстати, плата за доставку бесплатная у меня, потому что, видите, большой заказ. Ну вот пришлось делать отдельный, маленький, чтобы взять продукт вместо платы за доставку, именно вот этот кондиционерчик. Конечно же, взяла Wellness Pack, очень люблю этот продукт, для меня он необходимый, это и витамины, и минералы. Я спокойна и за себя, и за членов своей семьи. У дочки, кстати, то же самое есть, и у мужа. В общем, очень любим эти продукты. Здесь и антиоксиданты, сейчас я делаю тренировки. У нас идет проект «Стройная фигура навсегда». И вот эта астаксантинка облегчает жизнь, чтобы мышцы не болели. Конечно же, рыбий жир, ну и витамины, минералы, как я и говорила. Также заказала коктейль
Дочке также заказала протеиновый комплекс. Коктейль в этот раз взяла шоколадный, почему-то давно не брали, прям соскучилась. Из прошлого каталога, из резерва ко мне пришло тоже два наборчика, два мыльца. Одно уже лежит в ванной. Оно позиционируется как для лица, так и для рук. Возможно, для лица, если вам 15 лет, может быть. Я все равно для лица предпочитаю специальные средства, потому что они намного более эффективны. Надо не просто умыться, а действительно открыть поры, расщепить жир, грязь, макияж. От мыла этого ожидать достаточно сложно. Но вот ради эксперимента умыла им лицо. Ну, конечно, хоть и кожа у меня жирная, но мне уже за 40, мне сушило. Поэтому никому не буду советовать умывать им лицо. Девочки, не будем баловаться, давайте использовать специальные средства. Я понимаю, компания идет на поводу у покупателей и продает те вещи, и создает те вещи, в том числе, которые популярны. Но мыло все-таки для лица не самый лучший вариант. Как ни крути, давайте ухаживать за лицом все-таки правильно. Для рук очень мягко, очень нежно. Пахнет вообще вся эта коллекция миндалем. Но вот я к этому запаху как-то абсолютно спокойно. Как-то он мне не очень. Мне больше понравился миндаль в коллекции Love Nature. Но это сугубо субъективное восприятие. Напишите, как вам аромат в этой коллекции. Интересно ваше мнение. Качество классное. Кожа увлажнена, смягчается, не размыливается очень быстро. Как-то вот долго оно у меня в мыльнице. Я им мылюсь, моем руки. А оно вот как будто только вчера его положили. И в то же время хорошо пенку дает. В общем, вот качество, свойства прям бесподобные. Я буду брать его, буду повторять. Отличное для рук. В наборе также пришло две мочалочки, два шампуня и, соответственно, два геля для душа. Понравились и тот продукт, и другой продукт. Причем гель для душа, точнее крем для душа, настолько смягчает кожу, что я не использовала крем для тела, как я привыкла, потому что тело настолько было смягчено и увлажнено, что крема конкретно не хотелось. Поэтому, если вы не хотите заморачиваться и в то же время хотите, чтобы ваша кожа была увлажнена, обратите внимание на крем для душа из этой коллекции. Для детей, да, это будет опять же супер, это же коллекция у нас семейная. И вот как раз гель для душа, который будет очень мягкий, будет смягчающим, будет как раз то, что нужно. Шампунь для волос очень удивил. Я достаточно скептически отношусь к продуктам 2 в 1. Я даже, если использую этот продукт, я всегда потом наношу кондиционер. Но в целях эксперимента решила этот шампунь вот без кондиционера использовать и посмотреть, действительно ли он увлажнит и сделает волосы рассыпчатыми, блестящими. Да, действительно, промывается великолепно. Волосы прям блестят. Удивилась. Вот настолько блестели. Средство 2 в 1, а действительно результат дало. И да, продукт классный, и как семейный, великолепный. Я думаю, его распробуют и прям вот будут использовать очень многие и очень активно. В всяком случае, любители универсальности, так это точно. На этом мои покупочки закончились. Благодарю, что были со мной. Напишите, что классного из этого каталога приобрели вы. И до новых встреч. Пока-пока.